Сейчас из этой древесины будем делать удобрение для огурцов. Наша древесина горит, и мы готовим из этой древесины активированные угли. Для начала нужно подождать, чтобы вся эта древесина сгорела, чтобы от него не выходило вот такой пламени. Для этого можно использовать, например, естественную вытяжку. Вот. Вот теперь уже начинается сильный поддув и начинается активация древесного угля. Вот. То есть мы с помощью этого получаем уже древесные угли, углерод с достаточным количеством свободных валентностей, которые помогают проводить электрический ток. А без активации древесные угли электричество не проводят. Ну вот, это уже у нас активированные угли. И эта вода идет напрямую к ним как удобрение, то есть, но эта вода является не очень качественным удобрением, потому что концентрации водорода и анионы гидрокарбоната очень маленькая. И в этом, ну, здесь никаких других химических примесей нету, ну, практически нету, что можно ее даже просто взять и выпить. На вкус она какая-то поточная вода с привкусом древесных углей. Вот. Ну, конечно, можно это пить, но я лично просто не советую, потому что это, по сути, грязная вода. Наш сварочный аппарат инверторный на 250 ампер. Ну, это на 250 ампер, это как бы относительное, потому что она работает только на 70%, максимальная на четверке. Поэтому выбирайте электроды только на тройку или на 2,5. Но я так делаю. А для того, чтобы выделять водород, нужно использовать только самый минимальный. Сейчас начинаем от древесные угли. Вот вода дождевая, а это вода озерная. Электроды я сделал из шомпура вот этого, от шашлыков. Графит, обожженный графит, обожженный, чтобы парафин, чтобы от нее не было парафина. Вот привязанные нитью, обычной нитью. Вот медный провод, который подключается прямо к сварочным держакам. Вот. Итак, включаем аппарат. Вот, проверяем. Вот такое вот замыкание. И сейчас мы попробуем замыкать с помощью нее древесные угли.
То есть эти древесные угли проводят электрический ток, вот, как и те, которые на этой воде. Сейчас я покажу вам угли, которые не проводят электрический ток. Вот, например, вот эти. Вот смотрим. Обычные древесные угли, но они не проводят электрического тока. Вот этот проводит плохо, а этот вообще не проводит. Потому что если только хорошо активировать температурой 1200 градусов, только тогда она будет проводить электрический ток. Сейчас проверяем воду. То есть если вода проводит электрический ток, то она начинает пузыриться, пуская водороды. Так, это дождевая вода, а это у нас озерная вода. Вот. И как видим, озерная вода у нас начинает испускать вот эти пузырьки. Пузырьки водорода. Водорода и кислорода. Вот. Ну, смотрите сами. То есть озерная вода нам не подходит. Поэтому будем использовать обычную дождевую воду. И теперь прямо в воде начинаем замыкать водород. Видите, пламя, это горит у нас водород. Вот. А это пузырьки, это не пузырьки пара, а пузырьки с водородом. Вот. В научных институтах этот водород проверяли, и там нашли примерно 80% водорода. Атомарный водород сохраняется только в течение 7 секунд, поэтому водород, когда выделяется, он становится как бы белым. Поэтому эти шарики являются как бы белыми, потому что это атомарный водород. А после 7 секунд атомарное состояние переходит на молекулярное, и водород становится как бы молекулярным. Вот. При замыкании древесных углей под водой происходит химическая реакция. То есть происходит горение углерода с кислородом воды, образованием молекулы аниона гидрокарбоната или бикарбоната. Это не является ни солью, ничем. То есть это обычный гидрокарбонат, который соединяется с металлами, образуя карбонаты, ну, то есть почва. Поэтому это самое хорошее удобрение для теплицы, для наших огурцов. Вот. А водород, который выделяется, она относительно, только относительно растворяется в воде. Поэтому желательно создать какое-нибудь оборудование, какой-нибудь аппарат, который собирает вот эти пузырьки под почвой, под огурцами, чтобы этот водород
пошел как бы на пользу, на удобрение нашим огурцам. Вот. Итак, вы смотрите, как с помощью сварочного инвертора можно выделять водород под водой. Не только водород, а анион гидрокарбоната. Это эти две молекулы являются самым лучшим удобрением для растительности. Вот. Водород также является антиоксидантом, то есть она является как бы полезным для человека. Ну вот, как мы увидели, мы с помощью древесных углей сделали очень хорошее удобрение для растений. Сейчас будем ими поливать наш огород. Так, мы начинаем поливку наших огурцов с помощью катиона водорода и аниона гидрокарбоната. Таких удобрений вы нигде не сможете купить, потому что такие молекулы не продаются ни в каких магазинах, потому что это технологии Яговы Бога. Потому что Бог создал изолятор молнии, каменный уголь. Энергия молнии, которая распространяется по всей поверхности Земли. То есть энергия молнии, которая распространяется по поверхности Земли, она выходит от всех этих стрел. Вот от этих стрел выходит энергия статическая и создает озон, то есть небо. А еще плюсовая энергия выходит и втягивает отсюда отрицательные электроны. Эти отрицательные электроны через свои корни притягивает от земли катионы водорода. Таким образом, растения должны расти намного быстрее. А вот круглые растения, ну там помидоры, там огурцы, вот, то есть круглые растения, вот это острые растения, вот острые края имеют, от них энергия выходит, а где они круглые, там энергия сохраняется. Если там энергия сохраняется, и во время разрядки оттуда выходит уже плюсовая энергия. Поэтому она собирает там именно анионы гидрокарбоната, ну, которые здесь мы только что сделали. Вот. То есть изолятор молнии, он создан именно для этого. Вот представьте себе, в древности над каменным углем
происходили лесные пожары. Горит древесина, остаются древесные угли, и энергия молнии падает на этом километре, и она проходит через все эти древесные угли на этот километр, да? То есть энергия попадает туда, она распространяется. И во все время, когда она распространяется, она начинает замыкать древесные угли. Вот эти древесные угли с помощью влаги, то есть дождевой воды под землей создает катион водорода и анион гидрокарбоната. Вот. И таким образом он насыщает все растения анионами и гидрокарбонатами. Вот так и должна работать вся природа, потому что это именно создано Богом. Бог создал именно так. Именно для этого Бог создал все растения вот с острыми краями. Вот, например, это пекинская капуста. Вот здесь вот, как вы видите, есть маленькие иголочки, вот маленькие, точно такие же маленькие иголки есть и вот в огурцах, вот, вот смотрите, в помидоре есть такие маленькие острые края, вот, вот, как пух, от них энергия вылетает и создает озон, а еще втягивает электроны, которые питают ее катионом водорода. А круглые растения собирают анионы гидрокарбоната. И в то же время и катион водорода. Потому что при попадании молнии она начинает сохранять себе электричество. Во время этой зарядки позитронами она пускает отрицательные электроны. И поэтому она собирает в эти круглые помидоры много катиона водорода. Вот. Поэтому по этому принципу сотворены все растения. Вот. Не только растения, но и животные, и человек. Вот. Растения быстро растут, а человек как бы омолаживается. Человек тоже имеет волосы, как вот эти острые края, да? Человек имеет бороды и усы, как вот эти усики у огурцов. От них энергия вылетает, вот, и происходит еще ночью свечение, как в эффекте Кирильяна, только эффект Кирильяна, он как бы работает чуть по-другому, потому что это свечение происходит в стекле, а это свечение происходит в воздухе. Вот. А в воздухе мы знаем, что есть там всякие аргоны, которые светятся ночью. Вот поэтому и происходит вот такое свечение, как в фильме «Аватар». Вот. Еще в библейские времена такие свечения видел, например, Моисей. Вот куст горел, но не сгорал. Вот. Вот такие места выхода энергии есть во многих местах. Например, я как я знаю, в Иссык-Куле есть. У нас в Чурупче есть. Еще в Ютубе можете посмотреть. Вот. Например, волосы дыбом. В статике, в горах. Вот. Вот такие вот дела. Когда энергия молнии распространяется по всей поверхности земли, она выходит от всех растений. Вот. Где есть вот такие острые края, оттуда энергия вылетает. И начинается свечение. Свечение в темноте, вот. Вот стрелы, отсюда выходит энергия. Вот. По этой технологии созданы все растения. Вот. Дизайн растения
создан именно для изолятора молнии. Как ни крути, все равно это так. Вот, все растения имеют острые края. Это для того, чтобы сохранять водород. Водород – это антиоксиданты. А мы знаем, что человек, который кушает каждый день антиоксиданты, не стареет. А у этих растений, как мы знаем, нету антиоксидантов. Большинство из них, как мы знаем, несъедобные, даже ядовитые. Вот. Они ядовиты просто по одной причине. У них нету водорода. Вот. Смотрите. Вот эти растения имеют маленькие зерна, потому что им не достает анион гидрокарбоната и водорода. Если бы им доставал анион гидрокарбоната и водород, то они бы плодоносили так, чтобы их можно было кушать. То есть их зерна были бы намного больше, чем сейчас. Вот. То есть все равно, как ни крути, дело в изоляторе молнии. Вот. Вот ствол у них гладкий и длинный. Это адронный коллайдер. То есть это обычный ускоритель. Ускоритель адронов. То есть ускоритель водорода. Водород, когда ускоряется, он проникает в гидриды масел. Таким образом создается гидрированное масло. Вот, новые химические элементы, которых мы еще в своей жизни не пробовали, не кушали. Вот. Итак, я вам показал, как с помощью обычного дерева питать огурцы. Ну, для вашей пользы. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите другие видео. Там вы найдете более интересные видео и ждите новые.